Итак, с вами снова Пьяный Пони, и мы продолжаем серию игр по PUBG Mobile. Я думал в одном из следующих выпусков открыть кейсы с десяточку премиум ящиков, но посмотрел, какое барахло там находится. В основном оно все бабское. Так что я решил потерпеть до нового сезона. И там уже все это открыть. Ну а пока что... Как обычно, рандомный подбор, рандомные чуваки и, возможно, читеры. Долбаный туман. Микрофончики есть? Зачем ты тогда зашел в отряды? Я не понимаю. Без микрофона строго соло топа играть. Понзи от тебя маловато. Ну, вроде бы читеров нет, так что играть можно, наверное. У остальных тоже микрофонов ноль. Чувствую, шикарная игра будет с такими-то тиммейтами. О, четвертый признаки жизни падает. Четвертый, скажи что-нибудь. Ну, пожалуйста. Я тебе памятник построю, если скажешь. Маленький, правда, но памятник. Да, давайте все метки туда поставим сразу, чтобы было точно видно, куда мы летим. А еще можно врагам инфу слить для полного счастья. Транспорта, сука. А, вон есть УАЗик. И тачка есть. Прыгай быстрей. А эти двое лутаться пошли. Enemies ahead! Хрен с ним, это бот. Вы едете или как? Или будете бомжевать? Охренительная команда. Сказочные инвалиды. Это про вас. Есть уже люди. Ну, чтоб вы знали просто. Ради одного кило остаться в таком бомжатнике. Как я обожаю рандомный подбор.
Что же мне с вами делать-то? За что мне все это? Help! А ты в курсе, что надо дождаться, что тачка притормозит хоть немного, и потом уже прыгать с нее? А, видимо, нет, раз пизданулся так. Я заметил. Возьми тачку попроще, а это... Здесь уже ничего нет. Могли спокойно на Варебное поехать, а вы бомжевать пошли. Непонятно, зачем и почему. Ну и чё ты меня преследуешь? Чё тебе надо? Долбаный туман, ни хрена не видно. Ну, хоть кто-нибудь покажитесь. И походу все уже свалили отсюда. Поехали в зону.
Если кто-нибудь увидит вторую каску, отметьте, пожалуйста. I got supplies. Ты отметил пустоту? Супер. Хочу людей. Мне уже скучно. Кто хочет на людей поохотиться? Хоть немножко. Четвертый, а ты не опух на чужой транспорт брать? Слышь, придурок, я к тебе обращаюсь. Тачка. Тачка сзади. А вот не надо было чужой транспорт пиздить, называется. Наказание тебя за это. Вопрос, что с этими придурками делать? А мне никто помочь не хочет, да? Нормально, сам себя ушатал. Долбаные камикадзе. А, вот и халявщик подъехал. Нормальные ручки.
третий, в зону давай. А где мой УАЗик? Походу его уже нету. Ничего себе! На полной скорости пронесся мимо, как метеор. Ни тебе здрасте, ни до свидания. Один остался. Красавчик. Хоть так помогаешь уже что-то. Иди сюда, помогу, помогу. Чтобы вы разговаривали, было бы больше пользы. Аптечки, бусты, что-нибудь надо? Или все есть? Судя по всему, надо. На, держи. Сейчас, подожди. На, держи, стой. Я энергетики скинул. Ну, хотя там с них можно набрать тоже. Ух ты, какая красота. Иди сюда. Я шестой прицел скинул, кому надо возьмите. Третья каска тут еще. Глушительное СВ ни у кого нет случайно? Я бы не отказался. Надо двигать отсюда. Сейчас еще больше проблем нагребем, а то. Поехали, моя молчаливая команда. Они кису его в него клонят. Нам нужен другой транспорт. Тачка багованная, по-моему. Сейчас разгоним, посмотрим. Да, определенно багованная. Let's go! Не, поедем дальше. Тут что-то как-то не очень. Гадки уже как походу кто-то есть. Enemies ahead. Да, я понял, у меня лагает. Вон баги стоит в поле. Уи! Ты так не прыгай-то. Самоубийца, блин. Так, вот здесь за домом, типа. Enemies ahead. Со спины. Со спины откуда-то ВСС работает.
видел откуда. А мне пролетело. Вижу. Вот там в доме. Enemies ahead. Ты хоть куда стреляешь, дай метку. Тачка. Тачка сзади. Так, там АВМ есть. И второго мы спасти не успели. Я попробую посмотреть, если что, подними. Вижу. В доме. Ох, сейчас к нам подъедут проблемы. Стоит, ждет. Поехали отсюда. Идем тачку возьмем и ваним нафиг. АВМ. Ну, я возьму, наверное. М24 скинул. Если нужно, подбери. Поехали отсюда. Ну их нафиг. Да ладно, зона в поле. Твою ж бабушку. Тут кто-то есть. Тут УАЗик стоит. Enemies ahead. Enemies ahead. Хрена себе ты видишь, я там даже не вижу. Enemies ahead. Четыре, что ли? Ай-яй-яй, нехороший человек. На, я тебе глушак дам. Слишком палевный. Ну вот так вот уже лучше. И мне приятно. Обожаю этот звук. Как ты там их, блин, видишь? Или ты тачку лопишь?
Твою ж бабушку, нам в зону надо. Понятно, УАЗик пустой. Надо наш брать. Впереди люди. Это ты топаешь, я не пойму. Да, есть. Да как бы мы палевно заехали, если ты не в курсе. Или они прыгают? Извиняй, там что-то как-то слишком много. Да и если пошел бы поднимать, тоже откинулся. Опа. Однако, здравствуйте. Где-то здесь падла. Ну да, я знаю, но надо выжимать из остатков того, что от меня осталось, все, что можно. Русские не сдаются. Ах ты, крыса. В кустах, ну кто бы сомневался. Просто дрочеры долбаные. Нам, ну, в целом неплохо. Хотя могло быть и лучше. Так, и на этом пока что серия заканчивается.